Здравствуйте все, приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем наше путешествие в Fable. Так, вот и где мы можем ли мы прокачаться? Нет, до хера надо. Так, а денежки сколько? 14 штук маловато. Так. Your sister left a quest card for you. I suggest you take it. Хорошо. Так, спасение археолога. А, стоп, обещание. Блин. Без обещаний взял. Ну, ладно, вот и так, куда нам там надо отправляться? Так, сюда. Так, блин, ладно, что я туплю. Ладно, просто выйдем, что нам показано, куда еще. В глуши мне, походу, отправляться. Ну, давайте. Что-то почек бежит впереди. Ну ладно, пусть бежит. Так. А почему закрыто? Ладно. Где кузнец? Почему никого нету? Давайте денег заработаем. Пары поиграем. Так. Можно как-то много поставить? Ага, больше 1000 ставить нельзя. Давайте попробуем. Так. Так, король. Шестерка. Дама. Девятка. Тройка. Так, шестерки. Семерка. Король. Тройка, тройка, семерка, семерка, двойка, пятерка, дама, дама, пятерка, а, блин, пятерка, пятерка, двойка, двойка, девятка, девятка, и все, оп, и косарь как с куста. Какой дополнительный приз? Фигурка дикой розы. Ну ладно. Ага, больше не заставить. Ну давайте еще раз сыграем, еще косарик не помешает. Так, десятка, тройка, восьмерка, тройка, ай, стоп. Да блин. Тройка, тут. Четверка, девятка, блин, восьмерка, семерка, десятка. Десятка, семерка, семерка, туз, туз, пятерка, блин, я не помню, честно говоря, бывали пятерка, четверка, четверка, пятерка, пятерка, восьмерка, восьмерка и девятка, девятка, все, еще косарь сверху. Так, ладно, нет, ну это долго. Есть. My teacher has a really rare doll. He doesn't let us play with it because it's so rare. There are 7 dolls in all, he says. If you get them all, please go and see our teacher.
I should get back to school now. Bye. Play card pairs. Come back. Так, понятно. Это еще коллекционное задание одно. Так, ну теперь. Блин, ночь наступила, кузнец так и не выйдет, ладно. Два косаря заработали, блин, ну и так, кстати, и школа не работает, учителя хотел сказать, ладно, блин, по заданию. 2000 я поднял, но на этих мыслях потом за кадром как-то сесть тут и наиграть себе кучу бабки. Баба, как бы не читерство, но и тоже время дает мне время способ зарабатывать. Так, ладно. Ну, теперь мне можно сюда войти. Welcome to Barstown North, hero. This is a quiet district, and we like to keep it that way. We don't tolerate uncivil behavior here, so mind you don't end up in our holding cell. We have a raving lunatic locked up right now, but he won't be seeing many more sunrises, if you know what I mean. Now, Lady Grey desires to speak with you. You'll find her grace in the gardens outside her mansion. This is a great honor, even for a hero, so mind your manners. Да знаю я все про вашу страну, Леди Грей. Грей, что она сделала со своей сестрой, что она имеет дела с Джеком из тени, поэтому я думаю, ничего хорошего у нас не получится. Really seems to like you, but don't think I'm not watching your every move. Вот тебе пирожу набил, так, ладно, давайте дальше пройдемся. И статуи. Угу, вот есть Леди Грей, давайте поговорим. So, you're the one everyone is talking about. I must say, you have me intrigued. Will you walk with me to the courtyard? I would so love to speak with you. It's lovely here, don't you think? But sometimes it feels like the loneliest place in the world. You see, I haven't married yet. Somehow I've never met a man worthy enough. I've always known that only someone who could conquer the arena could conquer me. Perhaps you could bring me a gift from town. I'm sure you can find something fitting for a lady. Для тебя достойный подарок кандалы. Ладно, стой тут пока. Мне пройти нельзя, ладно. Сейчас нечего распределить. Делать для игры подарок. Where's my present? I thought you... Что ты нахер? Никаких тебе подарков. Ну, только если это не нужно будет делать там для выполнения миссии. Текс. Закрыто, жаль. Так, тут ничего нет. Нет. Тут закрыто. Have a nice visit. All right, hero. Так, а ничего ты мне скажешь? I suppose she's got you getting a gift, has she? Yeah, I thought so. Well, anyway, if you want to impress her, you ought to buy her a black rose. She truly loves those flowers. She's the only one who does. They're creepy, I think. Покупать не собираюсь. I suppose she's got you. Well, and she truly loves. Hello? Так. А ну что ты мне скажешь? Finally, someone to talk to. You've got to help me out. The mayor's having me executed. That's what happens when you start asking too many questions round here. That woman is a demon, but no one will believe me. Just because I was wrong about the guards controlling our dreams by spiking our water supplies. Her sister was an angel. Would have made a wonderful mayor. And I know Lady Grey killed her. I just know it. Yeah, I have to help you prove it. Otherwise, Barstone will remain in her clutches, and I'll be executed.
Да. Yes, finally. We're going to bring that crazy witch down. All you need to do is get her dead sister to tell you what really happened. Don't give me that look. We all know ghosts exist. You've seen them. I've seen them. We've all seen them. Lady Grey's sister, Amanda, had a sweetheart called Rodri. Nice guy. Usually hangs out in Barrowfields. If anyone knows how to entice her out of oblivion, it's him. Ага. Понятно теперь, кого мы там видели. Так, куда это я? В тюрьму попёр. There were too many of them. We never stood a chance. They grabbed the archaeologist and took him up the hill there. I don't know what they're planning to do with him, but I bet it ain't gonna be pretty. Так, что это за уроды? You've got to rescue him. Quick, there isn't much time. I'm right behind you. Так, стоп, ну подожди, сейчас пойдем. Да, я смотрюсь, что-то тут интересного есть. Бочки вот эти. Ё-моё, то разбить эту бочку, блин. Всё, ладно. А, стоп, одного стражника уделали? Вы шо, паразиты? Блин, эти херни такие конченые. На, получи, тварь. Ой-ой, извини, нет, не хотел. Да, хамуха. Сраный прицел, куда он делался. Так, а если сдалека долбить? Вот так, как я, тварь, а? Алки, это вот. Ах ты, гнида, зачем ты меня в спину ударил, стражник? Вот так вот. Ай, надо было бочку взрывать, я думал, это просто бочка. Модификатор укола. Еще паскуда. Отдыхаем раз. Что это за какие-то роботы непонятные? Ладно. Давайте. Ах ты ж паскуда. Ты получай так. Сколько вас тут будет, уродов? Всех завалим. Так, лук. А лук лучше моего или хуже? Или такой же вообще, я не понял. Да, это такой же лук. Ну, ладно. Так, 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 это... Ну, одна из них взрывалась, да. Ладно, пофиг. Не смертельно. Так, что это паскуда сделала? The minion summoner has erected a barrier. Так, грёбаные уроды. Давай, стражник, тех крепи. Ага.
так хватит мне бить, тварь. Так, никакие не резкие все. На, паскуда. На, давай. Вот так вот, мать вашу. Так. Суперболтца. Так, суп, ничего, ничего. Так, стоп, ага, вот место тут порыбалить можно. То пропускать не надо. Бои боями, а рыбалка само собой. Твою мать. Оп, все. Чё за улов у нас? Обручальное кольцо, так романтический подарок, самый надежный путь к сердцу. Но подумай хорошенько, прежде чем кого-нибудь очаровывать. Ну, хорошо, так, а вот интересно, на этом островке ничего не зарыто? Так, ладно, идем дальше. Все бочки можно было подорвать, конечно. Но мы этого делать не стали. Там анархиолог только. Так, нам помочь, мне кажется, этому стражнику сначала. Давайте, загоняем урода. Настрой, он один. Вот так вот. Так. Морковки возьмем. Так, мне вообще стража, чтоб вы за мной особо не ходили, вас поубивают. Так, слышишь, а ну-ка ты. Давай ты будешь Wait. Тут стоять и все. Я сам буду с ними дальше разбираться. Бо вас так не смотрят, перебьют. Так, ничего интересного. Опа, так, а ну-ка, тут у нас ничего не зарыто ли? Да. Серебряный ключ, того уже 12. Хорошо. Так, а вот тут эта паскуда свой барьер поставила. Да. Ты кого бьёшь, тварь? На. Урод, вонючий. Это киборги, блин. Так, а ну-ка. Я же вот так могу сделать. Получай. Ай-яй-яй. Скажи, я тоже так умею, да? Что вы против моего лука скажете, ублюдки? На, тварь. На, тварь. На, тварь. И ты получай, а тут паскудина. На, урод. Еще на. Ну как я, тварь, а? Все. Да, стоп, это грибы мне придут, мешочек с чем-то. Так, развалили козлов. Женова у нас крутится. Бочечки всякие стоят.
Так, чокнем дочки. Эликсир воскрешения. А их больше 9, походу, брать нельзя. Они больше не прибавляются. Ага, стоп. Ага, это вот эти вот убийцы, которых Джек нанял. Ну хорошо, мать твою. Давай. Давай драться, тварь. Нанявшись на эту работу, завалить меня, ты подписал тебе смертный приговор. Кукловый. Ну хорошо. Еще одна коллекционная кукла. Этого уже 2 из 6 или 7, не помню. Так, ага, и вот здесь еще надо копать. Не зря, что такая полянка. Угу. Что у нас тут? Еще один серебряный ключ. Замечательно. Подсказка 6. Так, надо будет, наверное, вот этими, как-то не знаю, после этой серии или там потом поинтересоваться всеми этими прикольчиками, с подсказками, серебряными ключами. Я игру уже проходил, в принципе, сюжет знаю. Перепрохождение и ностальгия, но хотелось бы сейчас все прикольчики, секретики собрать. Не знаю, может и заморочить по этому поводу. Все подсказки найти, все там, наверное, заметки. Ну, может, сам буду искать, не знаю, да. Чего назад зарос? Так, стоп, это дверь нам не закрыта. Ага. Так. Слишком мало места, чтобы уворачиваться. Да какого хера с него цель сбивалась? Так, короче, что я делаю? Его ж так будет проще даже, наверное, выковырять. Луком решил тебя ковырять. Вот такие участки я покажу. Где раки зимуют, мразь. Так, как бы вот так вот в одиночку, он вообще не сложный. Противник, главное вовремя уворачиваться, и он даже вам не несет никакого урона. Так вот. А стоп, он сейчас еще рванет, по-моему. Все, готов. Так, а теперь еще у меня есть урод ты. Ой, стоп, она на бочку только что навелась. Вот так, тварь. Получай, паскудная тварь. Так вот, сдохни, мразь. Ой-ой-ой. Стоп, ай. Получайте. Откуда вы все лезете и лезете? Сколько вас вообще будет, а? Блин, сколько вас? Тупая нечисть. На, тварь.
Я стреляю всем. Так, тут еще шаги. Я хотел по бочке стрелять. Что ты машешь, тварь? Тут ты, мать твою, машешь? На. Какие ты дурная. Так, а какого хрена вы собрались за мной идти? Wait. Все тут находитесь. Еще за вас отвечать. Я и сам, думаю, как-нибудь справлюсь. Так, это взрывоопасная бочечка, да. Так, а чё ты тут стоишь? Not this way. Looks like they're taking him to the prison. Да, блин. Запечатали и там проход. Ну ладно, идем дальше. They've almost reached the boat. You're running out of time. Тут еще один ассасин. Вот археолог с этими паскудами. Слышите, ну мне это не нравится, что они его как бы уже уволят. Надо бежать. Блин, таких уродов аж. Блин, много уродов-то. Ой-ой-ой, не того я подбил, конечно. Очень не того, поэтому хватит стрелять, мы сейчас... Все, страшненько уработали. По моей вине, причем я ему много здоровья своей стрелой снес дурацкой. Прости, братиня. Так получилось. Ах ты ж тварь. Тогда... Как вы... Ну, бесит, паскуды. Так, тварь, сдохни, давай. Ты что, живой, а? Что, сдыхай уже. Уроды. Так, ладно, все, идем дальше. Да еб... Всегда так, когда они стоят рядом. Так, если там... Набрал эликсиров разных, по-моему, можно. Таких, что... Да, какой-то постоянный бонус, либо очки какой-то из ветвей. Так, все, я туплю безбожно. Блять, тут сколько вас тут, а? Любого урода. Не знаю, что там сказал. А, стоп, мне ж на время еще. Ну пока еще время вроде бы есть. Так, все же лут. Так только же лут меня бесите, твари, а? Очень вы меня бесите. Да сдохнешь ты уже наконец-то, а? Так, рыба. Сапфир, по-моему, и что-то. Так, блядь, ты что, тварь отмороженная? Вот так. Тут как-то с ними вообще неудобно драться. Наконец-то одного уделал. Ты там колдуешь, урод.
Вставай, тварь. Твою скажу. Ну. Падаль гнилая. Подлечимся на всякий случай, мало ли что сейчас будет. Пальчик не ударю. Ну вот как раз, что сейчас будет. Уроды будут переть толпами. Нахуй ж твари. Так, минус один. Минус два. Один. Так, ёп, хорошо, что эти маги, магов никогда не любил. Хоть блокировать, тварь. Да ё-моё. Слушайте, ну может... Походу, что, я не выполню задание или что? Походу, да. Весь мой путь был зря. Что? Понятно. Так, мы пробуем такой вариант сейчас. Да пошли нахер. Все нахер идут. Просто приходим сюда и начинаем драться. Теперь драться придется, правда, со всеми, но что поделаешь. Ой-ой-ой-ой. Так, вот этих самолегче вообще убивать. Так, дохни ты, твари. Бляха-муха. Да ё-моё. На, тварь. На и ты, тварь. На ты, ах. Ты ж паскудина. Так, стоп, надо не забывать лечиться. Сейчас доиграюсь так. Что-то там очень известного статуса достиг. Но мне это сейчас мало волнует, ваша мать. Фух. Сколько ж вас будет, паскуд, а? Фух. Твою мать. Вот так. Так. Получай, тварь. Поганая. Ах ты ж.
аж глаз зачесался. На. На. Получай. И ты получай, тварь. Шо, ты один остался, урод? Иди сюда, заковыряй, тварь. Фух, наконец-то. But then, I'd still be safely in my cave if it wasn't for you. Yes, yes, I know the way into Bargate prison. I know everything, don't I? That's why I'm as good as dead if they find me again. Anyway, there's an ancient route into the prison through the Litchfield graveyard. It hasn't been opened in centuries, but you'll have to figure that one out for yourself. I'm not sticking around here. I still know a few good hiding places. Так, ну ладно, что справить, или спрятались. Так. Check the guild for more quests. Хорошо, тогда для начала давайте здесь все соберем. Модификатор серебра. You've received a new quest card. Check the guild for more quests. А, это трофей, думаю, что это за херня. Так, давайте, давайте, давайте глянем, что у меня там по зелени, что я собирал. Так, эликсир вечной воли, вот, использовать. Очков магии получили. Так, эликсир вечного могущества. Силовой опыт увеличили. Хорошо. Можно подлечиться. Вот так вот. Так, все. Идем назад, попутно разбиваем бочечки. Так, ну хоть не умираем. Эти эликсиры воскрешения не тратятся. Рыбка. Что-то умрут. Так, стоп, 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 еще какой-то эликсир. Вечная ловкость, ага. Вот, получали всяких приколюх. Что-то можно будет прокачать себе. Так, а что она мне не дает? Что у меня за задание? Путь к кладбищу, подбор фильтр, часовня с корма, северная покура боу, северная рыбаков, храм кета, меч камня, фото с сокровищами. Так, идем вперед на сокровище, собери подсказки, которые укажут, где это понятно. Для стрелков, проверки, ты умеешь стрелять из лука, на состязании стрелков, так, крючковой просеки, деньги на награждение 1000, известность 1000. Так, подожди, а как их проходить-то, а? Коллекционные куклы. Собери как можно больше коллекционных кукол во время странствий. Приглашение мэра. Короче, приглашение волшебных мэра. Сейчас с кокетливой Леди Грей. Так, узнай, как Леди Грей стала мэром. Так, нападение с сильным. Берегись тех, кто жаждет твоей славы. Впрочем, таких людей могут быть ценные или полезные предметы. Так, хорошо. Идем дальше. Ну тут. Так, кто тут? Трубчатин. Ну давайте их перебьем. И, наверное, отправимся в гильдию. Да, просто разделали вообще. Так, да, давайте отправляемся в гильдию, качаемся, берем задание и, наверное, пойдем в особняк Леди Грей.
Так, что тут уже седьмого? Так. Давайте вот это повысим. Остальное уже ничего мне не хватит. Стена огня, огненный шар. Не знаю, молнию прокачать может. Я все равно магию тратить. Хотя, блин, ладно, не надо, я ей не пользуюсь. Нахер. Go to the graveyard. Хорошо. Так, задание. Убийство торговцев. Нет, спасение у висельного дерева. Так, разбойники наняли тебя спасти кого-то, кого ведут из тюрьмы Гушвеля к висельному дереву. Так, максимум обещаний. Так, стоп. Разбойники. Нет, это разбойничье задание, нет, не подходит. Висельное дерево. Разбойники планируют напасть на охрану, ведущую преступников Глушинской тюрьмы к висельному дереву. Убей всех разбойников и не дай им освободить преступников. Хорошо. Так, происшествие в Темнолесе. Посмотри, что происходит у Темнолесского озера. Так, ну давайте берем все. Задание и обещание. Так, выполнить задание голышом — нет. Не получить урона — нет. Не использовать оружие — нет. Стражники должны остаться живы. Давайте. Ага, и все. Ну, ладно. Одно обещание. Так, сейчас второе еще надо взять. Так, происшествие с Темнолесом, задание обещание, давайте. Да лучше нет, урона не получается, нет, без оружия нет. Так, не допустить, чтобы дикую розу ранили. Давайте попробуем. Так, все, все. Так, а для начала давайте отправимся в Глушвиль. Я хочу там это. Портал, я думаю, должен быть. Я не помню, там есть или нет. Ну, есть. Да, Глушвиль, юг. Вот. У мастера, у кузнеца хочу глянуть. Там, по-моему, у него был меч получше этого. Насколько я помню. Магазины закрыты или открыты, не помню. Закрыты, по идее. Так, а что ты хочешь? Кто ты? Wedding ring. Stop thinking about you. Как стоп, кухер, я застрял. Бывает, ладно. Так, мне надо поспать до утра. Так, а, это трактирщик, я думал, кто это такой вообще. Так, ну сейчас день. Где? А, вот уже все, мастер на месте. Иди сюда. Так, и смотрим. Следование вроде так, но это тяжелое, не то. Тяжелое. Вот легкое, плюс 41. Топор аксель. Модификатор остроты, модификатор опыта. Так что, сколько там это? Плюс 41 урона. Ага, его плюс 68. Меч Софии, да, вот. 41 тысяча он стоит. Ни хера себе, я хочу сказать.
Так, продать. Что я могу продать? Лук. На лечение, не знаю. Вот так у меня всего один лук. Так, типа хороший, куда так не думаю. Your arena triumph is incredible. Так. Ладно, давайте. Да блин. Вести под ноги. Зайди сюда. Wonderful. Wonderful. Давай, что у тебя там по броне? Вековечный шлем. Вот единственное, что будет лучше по броне. Ладно. Вековечная броня еще. Так, я понял, ладно, а продать я что-то могу тебе? Сяган, если я не буду продавать, тоже нечего. А, вот крючужные перчатки. Продать, они мне не нужны. Ватные, нет, ватные поножи я ношу. Крючужные поножи мне не надо. Так, кожаные сапоги нахер, кучужные сапоги. Блин, а что мне сейчас? Да, вот ничего, светлые ватные. Так, ну, немножко распродались. Так, что мне делать теперь? Давайте в школу забежим. Не школа, а ты парикмахерская. Так, учитель, иди сюда. Do you have a donation there, hero? Oh, volume 2 of the Creatures of Albion. Could prove useful in our biology lessons. Так, это мы нет, это мы, наверное, посвятим целую серию сдачи макулатуры. И там получается еще кукол. Ну, по большей части книги будем сдавать. Давайте дальше идти. Тут ничего нового не появилось у нас. Цыплятку. Зеркало. Куда ведьма делась? Вот интересно. Походу нет. Ничего нового у нас не появилось. Так, ну что, ладно, друзья, тогда здесь уже и завершим серию, потому что по времени пора бы уже. Так, что мы сделали в этой серии? Спасли археолога, как бы. Продвигаемся все дальше и дальше к освобождению нашей матери. Получается, так, набрали сейчас еще побочных. Да, короче, нас засадили Леди Грейси. Короче, дел у нас еще дохерища. Что будем, у нас еще много дел на будущие серии. Так что скучать нам не придется, но сейчас придется попрощаться. Всем удачи, всем пока.